присаживайтесь и рассказывайте, какие у вас жалобы, что вас беспокоит. Для жителей Ивантеевского района визит балаковских врачей – это целое событие. Записываются заранее, чтобы попасть на прием и получить консультацию, а иногда и направление на госпитализацию. Ехать, вот как я в таком возрасте уже с палочкой, я никуда уже не могу. Вот ты ждешь, когда кто-нибудь приедет. В поликлинике обращаемся часто, но здесь врачей почти вообще нет. Очень хорошо, и почаще приезжали. И вообще нам специалисты нужны, врачей, можно сказать, что здесь нет. Вот сейчас в отпуске мы идем совсем к другому, не к своему уже участковому врачу. Невролог один-единственный, то к ним никогда не попадешь. Вообще врачей нет. Пусть почаще приезжают. Выездные приемы врачи Балаковской городской клинической больницы проводят 1-2 раза в месяц. Посещают Духовницкий, Краснопартизанский, Ивантеевские районы. В райцентрах есть свои больницы, но врачей в них не хватает, да и направлений, по которым оказывают помощь, мало. Как во всех регионах, во всех районах ощущается отсутствие кадров. В данном нашей больнице не хватает врача-специалиста, реаниматолога, анестезиолога, лор-врача, невролога, дерматовенеролога, уролога. Список врачей, консультации которых необходимы пациентам, районные больницы передают в Балаковскую. Поэтому каждый раз выездная бригада медиков состоит из разных докторов. На этот раз Ивантеевку посетили специалисты кардиологического, урологического и неврологического профилей. Вот здесь больно. Тянет уже? Нет, только больно. Вы скажите, в момент, когда начнет хоть болеть, хоть тянуть. Больше всего пациентов проконсультировал невролог. К нему на прием записались 25 человек. Урологом осмотрены 20. Кардиологических пациентов оказалось чуть меньше – 17. По итогам приема у 8 человек обнаружены проблемы со здоровьем, требующие госпитализации. Очень благодарны коллективу Балаковской больницы, который постоянно оказывает нам поддержку, не отказывает ни в чем. И при любом нашем запросе они выделяют тех специалистов, которые необходимы нам для осмотра пациентов. В свое время еще Калинин Сергей Андреевич как бы явился основоположником начала этой профессиональной взаимопомощи между нашими больницами, за что мы ему благодарны. Он является как бы нашим земляком и никогда не бросал нас в тяжелом положениях. Уже в ближайшее время команда врачей из Балакова вновь отправится в соседние районы, при этом не оставляя без внимания и своих пациентов, которых они лечат в стационаре городской больницы.